Мы находимся около сдачи, такая ситуация получается. Якобы человек, предположительно в алкогольном опьянении, совершил ДТП. Вот, уехал. Как-то так. Пили, да, сегодня? Я? Да. Я пил. Пили, да? Вы говорите, вы не вы за рулем были, да? Я пил, да, но не за рулем. Но люди есть, говорят, что подошли, когда ДТП, вы сидели за рулем, а они вот выскочили, дачники. Ладно, пусть говорят. Каждый может что хочет говорить. Чего не снимать? А, меня, говорю, не снимают. А, нет, тебя не снимает никто. Что за хуйня была?